Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые зрители, с вами канал Новые Горизонты, и мы вновь играем в Rainbow Six Осада, играем в операции, прошли уже 4 операции, на очереди 5-я, шанс на миллион. Taken a hostage and equipped one of their members with a bomb vest. Ideally, your first bullet should neutralize the bomber. This is a cold zero situation. Glass uses an OTS-03 short sniper rifle equipped with a scope and silencer, which enables him to eliminate hostiles from long and short range. Once you secure the hostage, smoke grenades can provide visual cover as you move between the buildings and shipping containers to the extraction point. Hostage located. Move to their location and secure the hostage. Ну что ж, друзья, эта операция будет еще сложнее, чем предыдущие. Сразу устраним стрелка. Так, выпустим разведчика. Так, один на крыше. Так, кто-то на парковке. На парковке у нас один. Два. Так, да, два человека. Два человека, два террориста. Так. Если, конечно, можно их назвать людьми. Вот он еще один террорист. Подрывник. Еще один. Один, два. Два, три. Заложник. Четыре. Да, это... Ну, ничего. Зато мы удачно сходили на разведку. Лишились мы бота. По-тихому устранили еще одного стрелка. Итого двое на парковке и один на балконе. Если так можно сказать. Еще одного устранили. Отлично. И двое на парковке. Заметили нас. Еще одного устранили. Один на парковке. Остался. Нельзя нам тут терять очки здоровья. Но это просто непростительно. В начале игры терять очки здоровья. Не очень ясно, где он. А,
Отлично. Устранили мы. Кстати, можно подрывника отсюда устранить. Это будет плюсом, наверное. Я имею в виду, где там полегче, я думаю. Только вот если бы он тут проходил мимо. А, он тут уже не будет проходить мимо. Отлично. Так, теперь надо внутрь. Не будем через парадную дверь идти. Так. А, вот есть подвал. Я думаю, через подвал будет проще, да. Неужели с такой высоты можно столько... Хотя, наверное, да. Ладно, 10 очков здоровья мы потеряли. Но не думаю, что это настолько смертельно, что... Что непростительно. Проверим здесь. Фанатская комната. Кстати, может быть, в этой комнате кто-то и есть. Быть совершенно чистым. Так, идем на крышу. На крыше мы вроде как всех устранили, но судно взорвавшееся, прокинувшееся. Как хорошо контейнера закрепили, что еще держится. Идем. Да, надо бота выпустить. Я думаю. Отлично. Устранили еще одного. И, я думаю, залезем наверх и выпустим еще одного бота на разведку. Надо проверить, что у нас внизу, что мы имеем внизу. А внизу мы имеем одного. Вроде как их должно быть двое. Ну, мы подрывника устранили уже. Так. Да, здесь нам ничего ловить, я так думаю. Да, вроде бы один. Один внизу. Я думаю, что это не очень страшно. Так. Устранить. Хотя ладно. Посмотрим, что тут у нас внутри. Здесь.
Вот кого можно отсюда устранить, так это... Так это никого. Пока что. Надо их выманить. Здесь закрыты. А, это чуть выше, этажом ниже. Точнее, выше. Отлично. Один. Минус один. Так, один здесь. Посмотрим, где он там. На какой он позиции? Ага, понятно. Так, и... Один остался, вроде как. Но его отсюда не достать. Я так понимаю. Да? Правильно я понимаю? Так, сейчас мы тебя освободим. Для начала пополним запасы, потом освободим. I have the hostage. Hostage secured. Move to the extraction point. Do not set the hostage free. Need to re-secure the hostage. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Сейчас кавалерия придет. We've got the hostage. Get them to the extraction point. Идем. Аккуратненько. Внизу бомба. Поэтому придется поверху идти. Faster. Да-да-да, faster. Faster. Быстрее, в смысле. Это не к добру. Сигнализация сыграла. Нет, я думаю. Тут у нас уже ждут. Так. Пять процентов. Пять процентов, господа, друзья, что делать? 5%, 5%, 1 метр.
А их там двое. Еще и слеповуха. Ни граната, ничего. Ага, а у нас еще есть разведчик. Да-да. Посмотрим, что тут у нас на самом деле. А, тут один даже. Я так понял, что один. Сейчас, наверное, беремся и посмотрим конкретно. Да, один. Нет, двое. Двое. А нам надо... А нам надо... Я так понял, что сюда. Не-не-не-не-не-не-не. Не стреляй. Нам нужны там глаза. Хотя, можно отвлечь их. Как-то же должен был попытаться. Отлично. Опять этот чат включил. Так. Ну, проверим уж. А-а-а, уже закончилось. Ладно, пойдем. 40 метров до эвакуации. И что-то мне подсказывает, что эти 40 метров будут самыми долгими в этой операции. Хотя... Отлично. Hostage extraction successful. Мы победили. С 5% очков здоровья. Ну что ж, мы прошли 5-ю операцию. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Пишите свои комментарии. Ставьте лайк. Всем желаю удачи. До новых встреч.